Здравствуйте, дорогие подписчики моего YouTube-канала, с вами Константин. Мы продолжаем проходить One Piece Unlimited Cruise, эпизод 1. В прошлой серии мы с вами убили босса, первого босса на Ледяном острове. Это был у нас Вапор, это был очень жестокий босс. Ну, по крайней мере, для меня жестокий, ну, для моих кривых рук. Хоть вы ругались, что я не беру цель в таргет и вообще неграмотно использую способности своих персонажей, ну, уж какой есть. И про таргет могу сказать, что ну неудобно мне брать в таргет, потому что потом отступать и уклоняться никак не могу привыкнуть. Я по-быстрому сейчас добежал до того же места, где мы с вами остановились. Вот, только здесь меня уже встречает вот целая орда стражи. Давай сейчас ее забьем. Она, в принципе, вот эти стражи вообще себе ничего такого не представляет. Щиты у них выбиваем, и все нормально. Главное, чтобы они меня под шипы, под сосульки сейчас не закатили. Потому что если они закатят меня под сосульки, вот это будет проблемой. Так. Здесь еще, благо, мы вроде не замерзаем. Да, потому что на арене дальше там идет холод. На холоде у нас энергия не восполняется. Кстати, мне там писали, что... О, фрагмент карты. Вот, мне... Писали, что я не использовал дальнюю атаку Зора, но я ее не использовал, потому что я как раз-то находился в состоянии холода. Она требует энергию, а я ее не мог использовать. Ну, по поводу остальных нескольких персонажей, мне просто не повезло, таких как Робин и Усоп. О, сосульки с вами прибежали. Вот. У меня вообще было в планах вам показать сегодня бонусного босса на первой самой локации, на первом самом острове. Я туда даже добежал, даже был уже почти начал запись, но, как оказалось, у меня не хватает ранга дракона, при том, что он у меня прокачан на максимум. Какой-то... Ой, не улетай! Нет, нет, нет. Чё это он? Завис. Вот. Он у меня прокачан на максимум, но все равно не хватает почему-то. То есть, ну, нужно, чтобы он был чуть постарше. Так, тут у нас, соответственно, топоры. Ой, блин, надо бежать. Блин, вот этот командир, конечно, вот это вот головная боль по-своему. Ой-ой-ой, блин, а вот топоры их тоже не бьют ведь. Вот что печально. Давайте отбежим чуть-чуть, немножко. Отойдем. Во, командира прям сюда выбили. Это командир же? Ну да, давай его выкинем отсюда к чертям. А, ну он и так помер, тоже неплохо. Вот. Так что сегодня мы с вами продолжаем исследовать Ледяной остров. У нас сегодня такая продолжается ознакомительная серия с этим островом. Я не думаю, что мы с вами в этом серии добредем до босса. Потому что там сейчас слишком пошли суровые требования, чтобы к боссу пройти. Так, ладно. Так. О, нектар получили. Хорошо. Где он? Вон он. Ой, как он прыгает, брезу-то. Стой, 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 стой. Да блин. О. Так, давай сейчас туда пройдем. Ловушки довольно жесткие. Очень жесткие. С ними надо быть аккуратным. Так, здесь у нас два прохода. Давайте на карту взглянем. Может быть, немножко сориентируемся. Да, в принципе, и та локация новая. Давайте пойдем сначала вот сюда. Посмотрим, что здесь. О-о-о. Ой, вот это плохо. Не скажешь, что я прям хотел бы с вами сейчас сражаться, но... Тут кучу можно пособирать полезного. Всякой травки и прочее. У меня, конечно, всего этого добра валом было. Хотя я нас сейчас дракона нашего покормил. И часть потратил. Зачем нужен вот этот пингвин, я пока не знаю, который он там на обрыве тоже стоял. Так, тихо. Хорошо. Но я пока этих пингвинов никуда не употребляю. Потому что черт его знает. Потом их искать. Так, не знаю, получится или не получится у меня сейчас его поймать. Давайте, где моя... Мой сачок. Мне вот когда как получается... подкрадываться. Иногда прям свободно, иногда вообще никак. Давай, давай. Есть.
Нормально. Второй пингвин. Новый рекорд. Хорошо. У него что-то еще выпало. Золотое яйцо. Слушай, а здесь у нас тоже какой-то проход. Ну, пошли сюда. Пока идем, куда идется. Так, ну здесь, по-моему, тупиковый, да? Ого. Так, и меня сзади уже кто-то атакует. Что не круто. Вот это нифига, вот это засада. Не, ребят, вы чё? Вы чё, ребята? Так, минус два. Толстяка. Хорошо, будем знать, что здесь у нас засада. Самое главное убить вот этого, потому что... А, ну все, он умер. Так, вы-то угрозы такой не представляете. Здесь энергии не набирается, поэтому у нас... приемы очень ограничены. Нормально. Во, хорошо. Здесь у нас две какие-то новые редиски. Так. Вот. Снежная редиска. Я пока тоже не знаю, зачем она, но здесь в игре ничего просто так не бывает. Сначала она не нужна, а потом мы без нее жить не можем. Так оно было всегда. Мазаться кремом от холода я не хочу, потому что он слишком мало действует. Так, одного не успели убить. Я, если бы этот баф антихолда вешался хотя бы на пару минут, это было бы одно. А его действие что-то там может секунд 15 вообще. То есть это буквально чуть-чуть применил. Шаг лево, шаг вправо сделал и все. Ну, давай. Так, здесь я уже... О, меня уже здесь встречают. Эх, нифига себе. А куда это тебе побежали картошки? Мне что-то это не нравится. Они наверняка сейчас в кого-нибудь злых превратятся. Тихо, 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 тихо. Вы хотя бы не превращаетесь. А, вы, понятно, просто стрелки. Но стрелки тоже не очень хорошо. Я не люблю с стрелками водить. Сегодня мы играем как за Санджи. А то нам до этого, в принципе, не часто выдавалось им поиграть. Тут опять какая-то развилка была, кстати говоря. Там вон наверх ледяные глыбы пошли. Надо их сейчас разбить. Пока будем подниматься куда-нибудь повыше. Проходов у нас здесь хватает, и это хорошо. Значит, есть... И здесь спуск вниз какой-то. Я уже... Еще немного, я могу так заблудиться. До последнего уровня прокачали нашу серийку. Так, ну что, давайте. Я знаю, что тут можно вроде бы обычными атаками даже это все дело рубить, но с киркой оно как-то побыстрее получается. Ну, по крайней мере, у Санджи. Может быть, у мечников будет по-другому. О, заодно подлечились. Смотри, как замечательно. О! Лучше засада опять не повылазила. Тут в последнее время очень любит это делать. Так, ладно. У меня этих шардов довольно много, жизни у меня полная, так что я не думаю, что мне сейчас это нужно. Так, что там? Там еще какие-то повороты. Я так и знал, что здесь сейчас что-то будет. Да, вот вы, ребята, я... Так и знал, что вы сейчас кого-нибудь превратитесь здесь, если вас не трогать. Особенно ты. Ах, ты ж промахнулся, а? Он все довольно быстро помирает. Тут еще у нас кто-то. Нормально. Так, можно идти туда. Давайте опять на карту взглянем. Слишком много развилок. Вот сюда, в эту сторону, если мы пойдем, это мы куда будем двигаться? Это мы будем двигаться на юг. Ну, давайте туда сходим. Эта локация очень большая. По-моему, она даже больше, чем вторая. Ёп, перный бабы. А главное, все на холоде ведь. Нормально. У меня, по-моему, сейчас самый сильный... несмотря на холод, это будет либо Чоппер, либо, соответственно, Зоро. Кстати, его тоже было бы неплохо покачать. А давайте, кстати, его возьмем.
О, потому что у него очень мощная серийка. Во. Слушай, а ну тут капитан есть. Капитан, а ты стоишь здесь. Нормально. Хорошо. Он атаками так раскидывает клево. Блин, там такая локация большая. Мне это не нравится. Сейчас чувствую, я тут на кого-нибудь набреду. Так, давайте пособираем тут. Нормально. Так, с дерева. Ничего. Ладно, пошли дальше. Ух, не нравится мне это. Ой, сейчас вылезет здесь. Так. Ага, целая армия поджидает. У этих ребят, у них всех оружие. Я надеюсь, они не думали, что они смогут нас просто пристрелить. А, надеюсь, они не слишком меткие. Тихо, тихо. Дура, спокойно. Нормально. Так, сначала убиваем капитана. Он ими командует, и из-за него они... Куда он делся? А, вот он. Они стреляют по команде, по его. Так, еще живой? Еще живой. Так, ну теперь я надеюсь, он помер. Меня как-то после трех серийк особо никто и точно не выживал. Нормально. Чувствую, я часть геймплея, наверное, вот этой боевки вырежу, потому что она реально очень долгая такая, прям. Не сказать, что шибко поучительная. Хорошо. Все, вот это точно последний теперь. Живой еще? Давай уже помирай. Да сколько у вас тут много-то как, а? Вы, ребят, немножко уже достали. Нормально. Все, наконец-то. Так, ну что, погнали дальше. Здесь у меня опять какая-то травка. Вот я нам все только нектар дает. Так, а вот здесь у нас можно что-то откопать. Здесь у нас сокращение, можно вернуться на базу, но я пока смысла мало в этом вижу, разве что просто далеко назад идти. Слишком далеко. Там вот что-то было. О, смотрите, какая-то редкая жила. Хорошо, хорошо. Так, ну что, давайте взглянем на карту. Где мы с вами? Ага, вот, мы нашли с вами вот этот тупик. Давайте добежим до ближайшего поворота налево. То есть направо. Сейчас будет. Так, и вон там мы уже увидим, что у нас требуется для следующего босса. Дракон у меня прокачан до максимума. То есть нужны какие-то материалы. Ох, мне уже страшно. Сейчас опять что-нибудь зададут. Так, ну что, смотрим. Один жук требуется. Его жук, которого можно найти в снежных горах. И 15, и этих шардов, собственно говоря. Ну, шарды-то это вообще ерунда. То есть у меня их там было полным-полно. А вот жука где пока искать, я не знаю. Но у нас еще очень много всего путей открыто, так что отчаиваться я пока точно не буду. Ребят, я уже с вами тут напрыгался, честно. Я уже даже с вами сейчас драться-то не буду. Потому что слишком много времени на это отнимает. Давайте с вами лучше дальше пойдем по территории. Как же они быстро все возрождаются. Из-за того, что я ввязался в тот длинный бой. Они все здесь повозрождались.
Так, я не ходил еще вот в ту часть, это точно. И еще ниже этажом я тоже не был на паре поворотов. Так, здесь у нас просто растет редиска. Ну и само собой ждет меня засада. Как же без этого-то? И я вот из-за них испортил всю редиску. Ее надо было как бы выкопать. Ну ладно, хоть так. Хоть жилу тут соберем. Так. Я правда пока такого... Или я видел уже где-то жука. Жуки у нас обычно где? Они обычно где-то на деревьях. Деревья я видел только где-то были в замкнутых пространствах, соответственно. Не, ребят, я с вами не хочу драться. Вы просто будете отнимать мое время. Так же, как и вы здесь тоже. У вас, конечно, здесь большая толпа, и вы все тут стреляете и радуетесь. Вот, вот сюда мы еще не ходили, и там какой-то сундук. Ого, здесь я наконец-то могу бегать. Так, спокойно, спокойно. Сейчас сначала капитана валим. Нас тут уже можно использовать на полную катушку наши способности. Где капитан? Вот он. Нормально. Давай, вставай, капитан. Вставай, вставай, вставай. Нормально. Ух ты ж. Смотри-ка, мы что-то получили. Какой-то свиток. Из кармана или из плаща что-то такое было написано. Я пока не знаю, что это и зачем это. Надо будет потом почитать, залезть. Нормально. Так. Давай, вставай уже. Там висят сосульки, мы их трогать не будем. Но здесь у нас сундук. О, деревья. Вот надо аккуратно сейчас деревья смотреть. Там может жук быть какой-то. Мы нашли ледяное мясо. Угу, и у нас у Санджи есть новая идея, как это все дело приготовить. Давайте побьем. На этих деревьях, я помню, вообще отросли фрукты, но сейчас фруктов здесь нету. Ну, будет. Так, тихо, тихо, сосульки. Сосульки больно бьют. Не очень больно бьют. Так, а мы с вами, кстати, вышли на место, где мы уже были. Я понял. То есть мы просто в этот поворот тогда не пошли. Хорошо. Возвращаемся сюда и идем направо. Мы еще с вами не были здесь. И откуда вас столько-то? Слушайте, какие-то живучие картошки. Во. Это сколько вас тут, а? Надеюсь, все. Слава богу. Там опять какая-то бабочка сидит. Ой. Так, где моя? Мега-ультра-сачок. Так, иди сюда. Сейчас мы к тебе так аккуратно. Оп, 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 оп. Давай, 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 давай. Да что ты будешь делать? Ну, чуть-чуть же было, рядом прям. Я бы даже сказал, ну. 5 нектар. Нектар, 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 нектар. Здесь, собственно говоря, ничего такого я не вижу. Надо высматривать жука. Так, а это что такое? Ага, здесь, наверное, сейчас у нас Фрэнки скажет, что может достроить. Как же там подняться туда, говорит. Не вопрос, говорит. Я, говорит, смогу это починить. Так, и что требуется? 5 бамбучин. Я их все выложил. Всего-то требуется 5 бамбучин, я их все выложил. Так, ну что, давайте, наверное, сгоняем за бамбучинами. У нас время еще есть для серии. И посмотрим, что там наверху. Для вас это будет совершенно быстро, а я побежал обратно на корабль за ними, потому что они только там. Ну, вот, собственно говоря, я принес сюда бамбучины. Вот, на всякий случай побольше взял.
Давайте посмотрим, что у нас там наверху. Итак, нам нужно отыскать жука. У меня, правда, есть одна идея о том, что, может быть, это один из, тех жуков, которые у меня уже есть. Они у меня там на складе на корабле лежат. Но тут написано, что... В подсказке было написано, что эти жуки обитают только в ледяных горах. Ну, вообще, типа, можно поймать их в ледяных горах. Так что у меня такое чувство, что не все так просто. И где мы с вами оказались? Давайте на карту взглянем. Так, опять у меня чертова, блин, развилка. Как я развилки уже последнее время не люблю. Так, здесь у меня еще одна япономать развилка. Опять бабочка. Ну давай бабочку поймаем, попробуем. Оп. Улетела. Ну ладно. Так, куда у нас ведет вот эта часть? Давайте сюда сходим. Как я вот эти топоры не люблю. Они периодически очень непредсказуемо двигаются. О, эй, а вы что тут делаете, ребят? Так. Давай, давай, беги, беги, беги. Сейчас топоры обойдем. Ну, нафиг их валить здесь. Нас они последний раз были на первом острове, когда мы Инели валили. Ого. Блин, вы что-то какие-то, ребят, тут... Чего вас так много? Блин, была бы энергия. У меня, кстати, у Зора новая способность. Притом клевая способность, но она требует энергии. Да что же вы, блин... Идите отсюда. Какой же это гигантский остров. Блин, там лечилка была. О, магнит. О, еще куда-то спрыгнули. Эй, я не хочу пока туда, то тут сундук. Во. Слушай, там мамонт какой-то внизу. Мистери гаджет. Мы загадочное устройство нашли. Соб говорит, да, говорит, что-то не так. Пылесос, мне кажется, может... Это может быть функция... А, слушайте, мы теперь можем пылесос усовершенствовать и можем пройти в новую часть локации. Да. Мистер Гаджет. Но для этого нам нужно будет попасть на корабль. Клево, клево, мы теперь знаем... О, ты что делаешь? Тихо, тихо, я тут разбиться не хочу. Блин, у меня так медленно энергия набирается, а тут этот прием новый попробовал. Какая-то гора, ну, вот это бьется, интересно, киркой. Не, походу, вот это не бьется. Ладно. Так. Давайте я поймаем. У меня, кстати, место есть в рюкзаке, а то я... Да, еще есть. Хорошо. А, на тебе нельзя сделать таргет, но... Стой, иди сюда, животное. Прыгает, как лягушка, а? А почему он прыгает, как лягушка? Нет, нет. Да иди сюда. Да что же это? Потому что здесь еще можно стену кувырнуть очень хорошо. Да блин, я тебя сегодня поймаю. Давай. Ура! Я так полагаю, наверное, для мяса. Мамонт. А может и нет. Так. Собираем. А, во, замороженное мясо здесь. Типа там замороженные мамонты и все дела. Ну, блин. Ну, в чем дело? Че не так? А, во. Хорошо. Так, ладно, здесь мы с вами все посмотрели. У нас теперь можно сделать пылесос, и мы пройдем еще в новую часть локации. У нас таких две. На втором острове и здесь. Так, ну на этом наши здесь приключения сейчас еще не кончаются. Во-первых, мы не нашли еще того самого жука. Блин. Блин, ребят, ну вы вот...
Была бы у меня вот энергия полная, она почему-то у меня теперь вот до конца не набирается. Я, видать, этот прием могу применить, наверное, только один раз. Нормально. Все, все померли? Да. Давай, 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 пошел, пошел, пошел. Давай чуть подлечимся, пока идем. Так, ну у нас осталась та часть локации, куда мы можем еще пройти. Вполне возможно, что пока мы не усовершенствуем наш пылесос, мы не сможем найти жука. То есть жук находится где-нибудь на закрытой локации. Мне интересно, почему здесь снова эти люди-бараны. Не знаю. Так, а там у нас еще одна закрытая часть локации. Хорошо. А здесь что? А, здесь можно взорвать. Что нужно? Опять нужен какой-то... Да, у меня бомб полно. Но что вот это за животное, я пока не знаю. И оно мне тоже нигде не попадалось. Да, слишком много предметов я насобирал. Все. У меня свой предел достиг. Так, ну что, в принципе, давайте взглянем на карту. Мы с вами прошли везде, где только вроде бы как смогли. Да, у нас остается только несколько закрытых частей, куда мы пока пройти не можем, пока не усовершенствуем пылесос. Но мы это сделаем, и сделаем это уже в следующей серии. В следующей серии мы начнем исследовать уже закрытые локации. И будем искать с вами того самого жука. Я, конечно, попробую, наверное, жуков, которые у меня есть в комплекте. Но я не думаю, что они подойдут. По крайней мере, я в этом не уверен. Ну что, давайте на этом закончим. У нас такая была исследовательская серия. Мы с вами посмотрели вторую половину Ледяного острова. Он очень по-своему замороченный. Но я все беспокоился, когда же мы сможем с вами... усовершенствует наш пылесос. Ну что, спасибо всем, кто меня смотрит. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, давайте. Всем спасибо, всем пока.